Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча Магии 7. Так, ну и давайте теперь вынесем этого говнюка. Ну, этот, конечно, тут без вариантов ему что-то против нас противопоставить. Короче, вынесли мы в очередной раз орков. Здоровски. Так, колдун, я же этот хотел испытать ядовитое облако. Ой, блин! Вот это я испытал. Не, надо, ребята. Это косяк был. Я мискликнул. Вот это я испытал, блин, ядовитое облако. Да, вы так и ядовитое облако лучше не испытывайте. А интересно, на дракона работает или нет? Невосприимчивость к магии тьмы, а ко всему остальному, видимо, восприимчивость, да? Давайте испытаем. Да, ко всему. Бля, а орк невосприимчив. Сопротивляемость к огню. Урон от заклинаний магии огня снижен от магии наносимой. Я не знаю, почему оно не сработало на орка. Но оно, блин, не сработало по какой-то причине непонятной мне на орка. Ну окей. Не сработало, и хрен бы с ним. Мне так-то не жалко, знаете ли. Ну, не сработало и не сработало. Ну, вообще, это, конечно, бред. Что-то это у орка невосприимчивость к ядовитому этому. На дракона сработало, но орка нет. Мне кажется, это очередной баг. Я уже просто столько этих багов увидел, что... Я уже не удивлен. Я уже абсолютно не удивлен. Так, окей, ты поборол этот самый. Стоп, зачем же там оббегать-то так глупо? Так, ну мы захватили еще как бы одну. Блин, а почему я когда захватываю форт, шахты все равно егошними остаются? Раньше было иначе. Раньше было не так вот. Раньше шахты, если ты захватываешь форт, они автоматически становились твоими. А сейчас, видите, так главное, он захватил форт, шахты автоматически его стали, а я теперь должен бегать. Не, вы вообще оценили весь масштаб? Или он бегал? Нет, он, по-моему, не бегал по шахтам. Ну, блин, короче, все понятно с седьмыми героями. Я так думаю, патчи, ну... Блин, Ubisoft. Ну, в это хотя бы можно играть. То есть это баги, которые... А, я не построил форт. Видимо, в этом причина, ребята. Я не построил форт. Это я тут наговариваю. А на самом деле все круто. То есть я сейчас форт построю, я так понимаю. Да, и шахта моей стала. Все, я тупой просто. Окей, Ubisoft, я тупой. У вас все нормально. Ну, все равно есть к чему придраться, конечно. Вот, ну ладно. Хотя бы разобрался с этим. Так, фонтан восстановления. Чё вообще тут интересного? Давайте вот эти островки. Тут вон какие-то замки лежат. Погребенные. Или не погребенные. Короче, сейчас будем разбираться. Тикс. Что тут у нас интересного? Очередная битва. Ну, тут просто, видимо, это шахта и все. Так, а что я, собственно, тут это самое бегаю, да? Мы ж можем прыгнуть опять в возврат в город. 110к у меня. Давайте прикупим вот этих вот. Ну, наверное, русалок все-таки я заменю. Вопрос на кого? На изумрудных драконов или на древних энтов? Что такое изумрудный дракон? 500 жизней, 75 урона в аду этой. Что такое древний энт? 460 жизней, 59 урона, но зато стреляет. Не, определенно энт. Все, берем энтов.
Все, у нас эльфийская полностью тусня. А, так а получается я мог на самом деле выбрать либо драконов, либо энтов. Блин, мне, наверное, надо было здесь драконов строить, чтобы был... Ну, короче, я как обычно. Все правильно сделал. Нифига неправильно. Так, ладно, окей. Пропускаем. О, так сейчас первый день, стоп. Мы сейчас еще прикупим ништяков. Так. Блин, вот это как расставлять, так мне проще этих русалок выгнать. Ну ладно, пусть будут. Окей, 5 энтов есть, все, ништяк. Да, строим еще один корабель. И я даже не знаю, куда мне теперь плыть. Наверное, я поплыву куда-то сюда, потому что там внизу, вот я вижу форт этих некро... Блин, забыл сходить другим героям, ну ладно. Форт, короче, этих я вижу, говнюков. Поэтому ты давай плыви. Кстати, а сектант это тебе упал? Нет, не тебе. Все равно в это направление будем плыть. Вот тут вот сейчас мы вот это зачистим, заберем этот город. И все. Так, а ты давай здесь зачищай тогда. Шахты всякие, там все такое. Все такое, шахты и все такое. Чуваки плавают тут, зачищают все, пипец. Мы фонтан восстановления взяли. 1000 единиц, конечно же. У меня кто-то спрашивал, почему ты все время деньги в сундуках берешь? Да потому что он опыта в самом начале, можно сказать, апнули себе максимальный левел. Теперь он нам нафиг не нужен. И так в героях, кстати, постоянно. Постоянно в героях именно так. Сейчас, кстати, скорее всего, караваны поедут этот самый, поэтому тут надо аккуратно. Тут надо сначала подплыть, а потом уже высаживаться. Ну, в смысле, пропустить ход, как бы не высаживаться, не кидать якорь. А вот подплыть максимально близко, чтобы... Короче, вы поняли. Я думаю, вы поняли. Так. О, новое заклинание управления временем. Здорово. Можем еще захватить эту штуку. Так, все, сейчас будем мы высаживаться тогда в таком случае. Быстрый бой нельзя. Ну, начнем бой такой. Чё бы нет. Чё бы не начать такой бой. Так, это у нас Веслот, да? Поэтому Веслот у нас дерется. Тут на самом деле я уже дрался же с такими. Тут все легко решается. Чук. Все. А эти, ну понятно. У них никаких шансов против нас. Давайте по верхней. Они будут бежать долго и нудно. Будут бежать долго и нудно. И все равно, блин, мои эти даже не добегают. А олени 45, ну ладно. Блин, 34, нет, так не пойдет. Олени 48 со спины, вот это я понял. Давайте, сколько там. Ну тут, я думаю, с меткой второй они должны убивать. Да, так и есть. Все. Ожерелку взяли. Так, ну и все. На этом островке больше ловить особо нечего. Взять эту чуть-чуть ништяков.
И все. Так, мы тут подплыли, да? Соответственно, мы идем нападать на караван. Быстрый бой. Быстрый бой. И быстрый бой. И идем сюда нападать. Так, отлично. Они сейчас все равно, наверное, побегут, эти караваны, но в любом случае... Блин, на самом деле, вот то, что карта островная, мне не сильно нравится. Это всегда напрягает. Логистика сложная между городами. Она мне нужна, сложная логистика. Вот эти куча забагованных караванов нам тоже не нужны. Это тоже быстрый бой. А это вообще форт или что это? Это замок, слушайте. Новые заклинания, нифига. Так, а чё ж тут все так как-то грустно? И почему я не могу его строить? Потому что он типа уже построен. А как? Я разве не могу перестраивать замки? Стоп. Кстати, ты можешь быть наместником? Нет. По-моему, или я путаю с какими-то, но по-моему в седьмых героях можно было перестраивать замки. Или только форты. Мне почему-то кажется, что можно было перестраивать. Не? Да не, вроде не вижу тут ничего такого. Вроде не вижу здесь ничего такого, что можно было бы нажать, чтобы оно перестроилось. Так, ну нам посетить, по сути, только вот эту штуковину надо. Да и все. Так, ладно, Веслот. Ты давай восседай обратно в корабель, до которого ты не можешь добежать. Запрыгивай в корабель. Так, что тут, зелье маны, это фигня. Ну, в принципе, наверное, подплыть стоит сюда и тпхнуться. Ты дотягиваешься, а ну-ка. В какой город? Нет, в этот мне не нужно. Ладно, тут добегаем до броньки. Так, все остальное мое, да? Все остальное вроде бы мое. Так, ну все, здесь мы тоже все зачистили. Уровень взять не получится. Так, Месси. Ну, давайте по порядку его тут построить. У нас ресурсов уже попой кушай. Вот, поэтому... Блин, так точно нельзя? Да не, наверное, точно нельзя перестраивать. Отстой, конечно. Ничего не скажешь. Количество голды, получаемой в шахтах, удваивается. Так, Веслот, подплыви еще, как говорится, подгреби еще сюда. Может, теперь ты возвери... О, вот в этот город мне надо. Так, сколько стоит наем всех? 70 косарей. Покупаем на 70 косарей. Все, у Веслота уже армия. 4 дня, путь заблокирован, путь заблокирован. Интересно, а как они сюда? 16 кэсов, но они же не смогут приплыть, это же им корабль нужен. Правильно, правильно. Так, ладно, все, Веслоту мы затарили армию, я, по-моему, забыл построить в ворочьем замке, но это уже не принципиально. А, давайте, чтоб не забыть, буду сразу строить. Так, а ты, соответственно, беги тогда куда? Ну, куда-нибудь беги. Так, а ты беги. Я сейчас хочу вот там вот наверху убить того говнюка, поэтому мне надо бы тут прикупить этот самый. Он там что-то плавает. Прикупить себе корабель. Прикупляем себе корабель. Так, давайте тут втариваем по порядку, значит. Блин, ну давайте гильдия воров. Кстати, а что касается гильдии воров?
А сколько стоит 100? Они не переключаются между замками так. Блин, как по-дурацки сделано. Ну ладно. А, я не могу отправить, да? У меня только два лазутчика. Окей. Блин, по-дурацки сделано, гильдия воров, честно говоря. Так, ладно. Поплыли сейчас в эту сторону. Что тут, посмотрим. Там дальше видно будет. Так, я вот еще что хотел? Я хотел вот сюда. Небольшая защита. Тут такие какие-то прикольные всякие штукодрюки лежат, что мне прям хочется тут подраться. Так, укрепление. Второй левел. Ты давай сюда. Тут они все куда-то сюда плыли. Но здесь, я так понимаю, ни черта интересного нет. Хотя вот какой-то островок, может быть. Земли орков найдем сейчас. Может, и не найдем. Ладно, в любом случае плывем. Позырить, что там. Плывем, позырить, что там. Так, я так понимаю, вот это мне надо ставить, да? Что тут? Пираты, ну они нам нафиг не нужны, по сути. Короче, тут нифига уже интересного нету. Так, хочу сюда, хочу сюда, хочу сюда. А, это свиток. Свиток сумеречный. 9 к урону героя за уровень, плюс 2 к силе. О, вот это на самом деле пламенный язык дракона. Это хорошая тема. Ну, 50 косарей, конечно, которые тут нам дают, это нам нафиг не нужно. Вот пламенный язык дракона. Это хорошая тема. Так, не получается этот. Давайте сейчас прикидывать. Самые опасные по диагонали стоят. Окей, давайте сейчас все будем на этот фронт работать, как бы. То есть все... Ну, хотя, конечно, вот этих вот можно долбануть. Ну, я, наверное, долбану. Что ж ты так слабенько-то? Чувак. Что слабенько-то так? Так, боевой дух подняли. 25, 1, 2. Если листвой, 2, 4. Давай 2, 4. 3. Так, ну пираты вообще ни о чем, честно говоря. О, отлично, метка туда полетела. Метка туда полетела. Так, ты, наверное, подгребай сюда. Так, давай этот самый. Метка природы. А почему они у меня один раз стреляют? А, ну, видимо, они на самом деле два раза. Блин, все равно потери будут. Ну ладно, пофиг. Бля, они еще хилятся, эти чуваки. Так, те не дошли. Блин, а эти сейчас дойдут. А почему мои олени не ходили? Я, видимо, пропустил. Ну ладно, потеряли уже немножко. Что поделать? Сука, со спины еще долбану. Паралич еще сделал. Танут вашу дивизию. Ну это вообще никакие ворота. Кто ж так делает, ребят? Так, ладно, давай 53 этих сносим. Дальше, кто ходит? Кто ходит? Танцующие с ветерок, с клинками, с фигами. 56, да что ж вы так слабенько-то бьете, а? Не, ну вам, реально вам руки оторвать за такие атаки. Это очень слабо, ребята. Это недопустимо слабо. Так, давайте одного титана снимем. Большая проблема, нежели... Так, ладно, давайте мы сейчас лукарями тут поснимаем этих, чтобы поапать себе. Так, а тут уже нету этой, да, контратаки, поэтому мы, в принципе, можем смело долбить этих потихоньку.
Так, окей, башня. Отлично, еще есть этот. Так, герой еще не сделал ход, да, верно, надо положить. Ну давай, ну вы сотня лучников очень хреново стреляете. Очень хреново, я не понимаю, они что, не апгрейдили, что ли? Бюджета он не может. Блин, ну лукарей, короче, наших покоцали, они вообще говно, кусок говна оказались. Реально. Просто я крайне недоволен лукарями. Вот друиды must have. Друиды must... Блин, да задолбали меня эти мисклики. Друиды must have. А вот все остальное. Андроиды 2000, да, это я понимаю. Так, ну ладно, мы, конечно, тут получили все гораздо круче. Вот, и все гораздо фиг... Ну, блин, плюс один к базовому урону дружишь. У меня на самом деле тоже крутая эта штука была. Кстати, я, пожалуй, вот эту, потому что денег у меня сейчас дофигища. Мне как бы смысла нету уже таскать этот самый с собой, поэтому. Не, ну чё, Баблинского заполучили дофига. Купим сейчас еще во втором замке, хотя там нефига покупать, да? Да, там нефига покупать сейчас. Ну ладно, ничего страшного. Что эта штука дает? Элементалей всяких дают. Полный набор. Полный набор элементалей. Так, ты ж тут у нас плывешь, да? О, кстати, аренка. Аренку посетить — это всегда хорошо. Блин, я чувствую, я всех героев не проведу по всем злачным местам этой карты. Так, а чё у меня? Вот, кстати, плохо это. Ну ладно, давайте силу. По-моему, у нас силы... Ну да, нормально. Плохо, что тут нельзя посмотреть, чё не хватает. Приходит, ну, перед тем, как взять, скажем так. Ладно. Чё за арт? Узы драконьей крови. Это, смотрите, бонус набора. Блин. А прикольно, тут предметы в наборе. Можно прям весь набор собрать. Там прям много этих. Слушайте, прикольненько. Так, сборщик налогов тут что-то этот самый. О, какой-то там артефактик небольшой тоже. А здесь что, склад? Ну, сейчас мы захватим уже этот. Блин, опять забыл орочий замок построить. Прирост тех существ удваивается. Это радует. Это не может не радовать. Так, маласа шаласа. Скажем так, неделя античумы. Назовем ее так. Так, ну я так подозреваю, здесь ничего интересного, да? Блин, этот говнюк плывет, мне не нравится нифига, что он плывет. Но он пустой. Ну ладно, я поплыву. Ну, да, то, что он пустой, это, конечно, радует. Так. Ров защищает минус 3 к магии. Давайте лучше ров. Так, тут захватываем вот это. Творение эльфов. Вот творение эльфов нам бы набор собрать, было бы здорово, наверное. А так фигня, конечно. Так, ну это даже не серьезно. Да.
давайте быстрее, дайте ход этим лучникам какие-нибудь. Чё она не убила? Фигачат лукари. Блин, они стреляют один раз. Это не апгрейженные лучники, по-моему. Или меня глючит, или это реально так. Ну, походу, это реально так. Блин, ты убьешь, нет? Да сколько ж там у него жизни, а? Ну, давай, баллистик, быстрее. Так, окей. Все, готов. Это реально не апгрейджен. Почему не апгрейдженные лучники? Я что, их не апгрейдил, что ли? Так, ладно, сейчас тут все за это самое захоботим и поедем во свояси. Так, он там, по-моему, разбился об этих пиратах. Так, ставим здесь этот. Что тут мы можем? Вот это, наверное, да? А что это такое? Позволяет что-то там нанимать средства поддержки. Так, ладно, полетели в замок. Да. Нет, блин, это апгрейженные лучники. А чё они стреляют у меня один раз? Тут, короче, стрёмные какие-то. Ладно. Фиг с ними, с этими лучниками. Все, верхнюю эту я захватил полностью. Так, ну раз такое дело, наверное, плыть надо куда-то тогда туда. Наверное, плыть надо куда-то туда. Ладненько, ребятки, я тогда на этом этот выпуск как раз и закончу. Всем большущее спасибище за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.